Тебе обязательно нужно научиться дробить. Ни один семок не проходит без фляжки Марийской. Смотри, вот так вот делаешь ногой, другой. И снова это вот так вот. Дарья Якимова сегодня занята тем, что учит Милану Давыдову Марийской дроби. Это когда исполнители берутся за руки на уровне высоты плеч и бегут переменным бегом по кругу под национальную музыку. Как говорят девочки, ни один марийский праздник не обходится без этих плясок. Только умея танцевать, можно стать звездой праздника. Ну, на семаке обычно играют в разные игры, угощают разными народными вкусностями, поют песни, выступают на концертах. Как известно, фестиваль праздника Семык проводится в нашей республике с 1991 года, а в районе впервые прошел в 1997 году. Тогда это мероприятие организовали возле деревни Каргали. Это первый раз в 97-м. Вот после этого уже у нас в деревне Каргали было, Семык. После этого уже по районам начали. У нас как и обычный Сабантуй был, 2 дня проходило, когда мы маленькие были. В нашем районе марийцы компактно проживают в 4 населенных пунктах. Это такие села, как Большая Шия, Гришкино, Каргали и Старый Черкас. Ожидается, что на мероприятие приедут фольклорные коллективы из Арского, Актанышского, Агрызского, Муслюмовского, Менделеевского, Кукмарского районов, Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, где проживает большое количество наших братьев по национальности. Также готовимся принять большую делегацию из столицы Мариэл и Йошкар-Олы. Работа у нас кипит, я бы сказала. Ведутся последние, как бы скажем, работы по подготовке домиков для марийских подворий, для наших гостей, где будут размещаться. В ближайшие дни начнется установка сцен, зрительных мест, поэтому работа очень достаточно. Семык – марийский национальный обрядовый праздник, знаменующий начало летнего месяца, открывающий время летнего солнцестояния. Основной идеей праздника является поминовение умерших родственников и прошение у них благословения на удачу в хозяйственных делах и в быту. Семык начинается через 7 недель после Пасхи и заканчивается в воскресенье в праздник Троицы. Православные марийцы празднуют Семык с четверга. Обряды совершаются в праздничные дни, основными из которых считаются среда и четверг. Фаузия Нургалимова, Ландыш Бабаниязова, Фаиль Шахудинов, Элиза Нургалиева. Новости Татарстана.